Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про Лялиуса. Лялиусы – популярные лабиринтовые аквариумные рыбки, отличающиеся привлекательной внешностью, миролюбивым характером и неприхотливостью. В естественной среде обитания их можно встретить в водоемах Индии, Бангладеша, Бенгалии, Индонезии. Лялиусы имеют высокое, овальное, сжатое с боков тело. В среднем эти аквариумные рыбки вырастают в длину до 5-6 см. Брюшные плавники у них превратились в тонкие ниточки, с помощью которых они ощупывают все вокруг. Лялиусы – это лабиринтовые рыбы, такие же, как и гурами. Их еще называют кализами. Это простые в содержании рыбы. Красивые, существуют две наиболее распространенные формы – это рифовый и коралловый красный. Лялиусы хорошо подходят для общих аквариумов, однако при условии, что их содержат с некрупными или мирными аквариумными рыбками. Крупные, активные или агрессивные рыбы легко могут запугать их. Лялиусы очень робкие, им нужно время, чтобы сообразить, где корм, а самое главное – отважиться его съесть. За это время другие, более быстрые рыбы уже успевают съесть все, предназначенное для лялиусов. Прекрасно сочетаются с любыми соразмерными рыбами, не хищные, не агрессивные. Лялиусы – неприхотливые аквариумные рыбки. Рекомендуемая температура для их содержания колеблется от 23 до 28 градусов тепла. Что касается объема аквариума, то для пары лялиусов вполне подойдет емкость 15-20 литров. Освещение в аквариуме у этих рыб должно быть ярким. Для лялиусов важно отсутствие в аквариуме сильного течения. Они спокойные пловцы, и при быстром течении им будет некомфортно. Несмотря на то, что и гурами, и лялиусы достаточно крупные рыбы, порядка 6 сантиметров, тем не менее содержание в аквариуме никакого особого труда не представляет, а наличие лабиринтового аппарата позволяет этим рыбкам захватывать воздух прямо с поверхности воды. То есть атмосферным воздухом эти рыбы также дышать могут. Вот. Рот у них небольшой, поэтому они едят мини-гранулы, хлопья, маленькие замороженные корма. Желательно наличие в аквариуме живых растений. В целом рыбка очень хорошая, выносливая, и можно рекомендовать ее новичкам. Средняя продолжительность жизни лялиуса составляет 3 года. О других интересных подводных обитателях вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!